Кошка заколебала. Каждое утро мышей приносит. Нет, не это, другая. Такое ощущение, что она вискас меняет на сухой. Причем, наверное, кучу-то съедает, это остаток приносит, что он уже не влезло. Еще и вискас давай. Подняли меня утки в 7 утра сегодня. Даже пораньше, наверное. И часть свалила, а часть я успел перехватить. Ушли. Ушли, гады! Заткнул же по эти щели побольше. Нет, все равно. В обратную сторону, когда загонял, еле залезли. Еле-еле-еле, с трудом вообще. И прутся. Заколебали утки сваливать. Когда они уже вырастут настолько, чтобы через рабицу не проходить. Че к чему-то. Первый раз обалдел. Второй раз так и думал, что будет тут. Причем он даже далеко уперли. Обычно там, ну как обычно, два раза находил, на берегу сидели. А то вот плавают, вот уйдут и постоянно вот сидят на воде. Хотя вроде индоутки. Какого вам надо, чего мне сидится? Но первый раз, ладно, они ушли, когда был отсюда ветер. И сильно было слышно прибой. Можно так сказать, наверное. Не знаю, как они вообще это сделали. Я их ни разу вообще не водил именно на озеро. Они обычно сидели на вот этом бетонном пруду. Куда вы нафиг? Домой. Я не собираюсь с вами тут шарохаться. Домой. Но... зов природы повел и вывел аккуратно озеро. Тут надо перейти две канавы. Ну ладно, у меня там выход, например, канаву просто переходит, а у соседа он там наискось далеко. То есть они его перешли. Потом перешли огород соседский. Там тропины нет вообще, там заросло все. Я в этом году как бы не рыбачу. Некогда. Ну, был два раза. Не более. И все равно они приперли. Вот тут на бережочку сидят. А сейчас вот вышел сегодня. Нету. Поехал туда на косу. Где у нас подальше на пляж. И вот когда сюда посмотрел, оказывается, они около моего мостка шарохаются. Плавают. И сейчас подхожу. Один слепой сидит. Основного костяка нету. Я не кричу, потому что я обычно с ними как бы никак голосом не общаюсь. Поэтому не шугаются моего голоса. Да, тут маленько засрано. Но плюсом, конечно, это что тут зелень зеленее, намного зеленее. Паслись бы они и паслись тут. Так, сколько их? 3, 3, 3, 3, 2. Нормально. Значит, один дома, 12 штук. Зелень зеленее. Но охранять-то их тут некому. Да и вода, и коршуны опасные, и андатры плавают такие размером с утку, наверное. Жалко будет, если кто-нибудь их съест другой, а не я. Не знаю, Андрюха вернется, надо отсюда зелень, наверное, притаскивать. Но они сейчас расчухали, что тут зелень такая сочная. Там-то уже не сочная дома. Нифига, они будут сюда ломиться. Да. Прям что делать, я не знаю. У некоторых вот уже на носах появляются. А ты что захромал, родной? Это вот, скорее всего, они это... Угу. Через рабицу, когда они перелазят, ноги себе выворачивают, засранцы. Да вроде стоит на ноге. Стоишь? Стоишь, ну да. Скорее всего, из-за этого. Угу, надо будет его сейчас в руки взять. Он ложится. Не идете. И сейчас рабицу придется, наверное, открыть, чтобы они себе лапы не поломали. Угу. Или в воде его кто-то коцнул. Или пока шел, повредил лапу. Ну, тут же бодали всякие. Не очень хорошо. Так вот, у некоторых на клювах уже видно, что наросты, как у индюков, появляются.
А у некоторых, вон тебя, например, утка, вообще непонятно. Если это будет утка, я хозяину вставлю дюлей. Ну, вроде на когтях, на лапах эти есть когти. Ладно, надо вот этого хромоногого ловить. А то что-то мне нравится он мне. Может, где-то одну фалангу проткнул, и все. Вот такие пирожки с бегунцами этими. Беглецами, слово забыл.